Друзья, всем привет! Хочу показать вам сегодня чудодейственную маску, которая творит чудеса. Помогает избавиться от глубоких морщин, носогубных складок. И нам потребуется рыбий жир, купите в аптеке, крахмал и масло авокадо тоже продается в аптеке. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Рыбий жир можно купить вот такой вот в баночке, в такой бутылочке. А есть они еще в капсулах. Если берете в капсулах, то можно заменить двумя длинными капсулами, то есть если в капсулах, или пятью, такими маленькие есть круглые капсулки. А если вот в этой упаковочке, то нам понадобится пол чайной ложки рыбьего жира. Насчет крахмала. Есть крахмал картофельный, есть крахмал кукурузный. Вы знаете, я никакой разницы не заметила. Поэтому я какой есть, такой использую. Картофельный крахмал нам нужен 1 чайная ложка. И масло авокадо тоже 1 чайная ложка. Теперь это все тщательно перемешиваем. Если масса покажется вам очень жидкой, то в нее можно добавить еще немного крахмала. Маска должна не стекать по лицу. Она получается, видите, такая немножечко жидковатая, поэтому добавлю немножечко крахмала. Где-то еще пол чайной ложки. И должна быть она такой довольно-таки густой. Вот примерно вот так вот должна. И теперь нужно взять кисточку и плотным слоем нанести смесь на очищенную кожу. Нужно распределить маску на местах морщин и носогубных складок. Держим 15-20 минут и затем снимаем маску. Если у вас сухая кожа, то маску можно нанести на все лицо. Поскольку она является прекрасным увлажняющим средством, ее можно наносить и на область вокруг глаз. Длительность процедуры каждый день примерно 10-15 дней подряд. Маску можно делать каждый день новую, но можно сделать и на несколько дней вперед, но не более 5 суток. Хранится она в холодильнике. Как только пройдет 4 недели после окончания курса, если вы недовольны результатом, то можно провести снова. На этом я хочу с вами попрощаться. Попробуйте обязательно, если у вас есть такие проблемы, будьте красивыми. До новых встреч!